пришли в зоопарк. Самый большой из всех тигров считается. Больше, чем обыкновенный. Вообще тигр самый большой хищное существо. Намного сильнее. Больше размеров известен любого взрослого льва. Вот он лежит, а орешек считай, что рядом с ним стоит. Клеток тут нет. Нет, ну там есть вон клетка. Пойдем другого посмотрим тигра. Вот он еще один лежит. Рыженький. Ой, ты какой хороший. Дайте фото. Хороший. Кабади. Краб. Телефон фото 120. Мобайл фото 120. Хороший. Ну, тот царь зверей на самом деле должен быть. И ученые до сих пор спорят, почему назвали льва. Потому что тигр намного, если любой взрослый тигр, любой лев сойдутся в битве, то у льва нет шансов вообще никаких. Саладин. Только они не любят, когда машут. Пойдем дальше. Вот такие тут кресенки. Все натуральное. Очень жарко. 37 градусов сегодня. Просто я в шоке хожу. Вот он, белый лев. Ой, тигр. Слушай, ну тут вот некоторые, наверное, пальчик могут сунуть. Некоторые суют, наверное. Ох ты, красавец. Ой, ты хороший какой. Блин, ты так рядом с нами, так я никогда не видела рядом. Где ты есть? В 20 сантиметрах, вот от меня, в 20 сантиметрах проходит. Обалдеть. Как дышишь-то, да? Угу. Где ты есть? О, пошел. А там кто, крокодил? Нет. Вот крокодилы. Здесь нет никаких крокодилов. Пришли на озеро. Ёлки-палки. А тут крокодилы такие. Ох, вот это жирный, как я. Или я как он. Он жрец. Нильский крокодил. Кстати, вы знаете, чем отличается крокодил от аллигатора? Нет. Если не знаете, то у аллигатора длинная пасть и тонкая. У крокодила широкая и мощная вот такая вот. Вау! Ой, мама! Ёлки-палки! Испугали. Ага. Я думал, кто-то упал. Слушай, на том берегу тоже их сколько валяется. А вот этот, наверное, немалого размера. Смотри, какая голова. Дай посмотри. Жбан как будто с похмелья раздувая. А вон плывет какой-то, голова торчит там. Да, вот это вот. Что там говорит? Звонок другу называется. Так, пойдем дальше смотреть, что там. Все, до следующих видео.